посмотреть на ущелье, на озеро. А чем тот подъемник от этого отличается? А тот идет с третьего сразу на пятый. То есть он на четвертый не идет. Ну да, ветерочек. А потом еще вот есть шестая. Ну, туда едут только знатоки, там видно Эльбрус. Но если его видно, мы его сегодня увидим. Он с одной стороны, он как одна вершина. Там нечего. Пойдем посмотрим на озеро, на ущелье. Вот на озеро не туда, а не в июле мы ездили, там снег просто лежал. Там можно было на той же езду побратить. А здесь нет. А там уже и там уже было. Володь, пойдемте сюда посмотрим. С этой стороны. По 20 рублей мальчики. Фотографируем. Там на равнине один табличный человек. Ага. Ну а давай сфоткаться. Thank you.